После недавних событий в Бирюлеве, когда на почве межнациональной розни произошли скорбные события, в Ленинском районе тоже прокатилась волна подобных конфликтов. Чтобы не доводить ситуацию до кипения, главой района был собран круглый стол в историко-культурном центре, где обсудили проблему и попытались найти ее решение. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. На территории Ленинского района проживают представители разных национальностей. Мы вместе учимся, работаем, проводим досуг. За все время существования района не случалось серьезных прецедентов для возникновения межнациональных конфликтов. Однако мы не можем обходить стороной проблемы, которые имеют место в других регионах нашей страны. Поэтому администрация вышла с инициативой провести круглый стол и обговорить наболевшие вопросы. Нам не безразлично то, что происходит у нас в этом плане. И поэтому, чтобы не сидеть сложа руки, не ждать, когда у нас на территории района, не дай бог, взорвется какой-либо конфликт межнациональный, мы решили упредить, да, и начать работу со всеми национальностями. Одним из участников заседания стал художник, член художников России и Армении Ашот Татевосян. Родился Ашот в СССР, затем служил Советскому Союзу и считает Россию своим домом. 15 лет назад он с семьей обосновался в селе Дроздово, вырастил детей и уже воспитывает внуков. Для него нет понятия ассимилироваться. По его мнению, все беды в том, что у людей просто недостаток культуры и образования. Порой, зная некоторые факты, можно встретить удивительные совпадения. Например, название столицы Армении Еревана на русский язык переводится как «видное». Если человек стоит там где-то на машине посередине поселка развилка и включает на всю мощь армянскую музыку, я считаю, это нельзя. То есть вот такие мелкие вопросы, над которыми надо каждый день работать, этим заниматься. По итогам круглого стола Сергей Кошман дал распоряжение до 25 декабря сформировать комиссию, которая будет предпринимать меры для улучшения межнациональных отношений в Ленинском районе и подготовить проект плана работы на 2014 год. В комиссию войдут очень достойные, авторитетные, уважаемые представители, ну, собственно, всех национальностей, которые проживают у нас в районе. Мы для работы в комиссии будем приглашать экспертов, будем приглашать людей, профессионалов своего дела, с тем, чтобы вот лидеры общественного мнения, представители различных национальностей способствовали тому, чтобы наш Ленинский район, наш город Видное был территорией, где мы слышим, чувствуем, понимаем и уважительно относимся друг к другу. Планируется, что на базе ИКЦ будут проводиться национальные выставки, встречи и другие мероприятия для того, чтобы люди больше узнавали о культуре других народов, населяющих Ленинский район. Будем надеяться, что все мы научимся жить мирно и дружить. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.